Сегодня кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Владимир Дегтярев и лидер партии Владимир Жириновский пошли в бане Усачевский. Причем обычные посетители могли задать вопросы политикам. По словам Дегтярева, столь необычное место для предвыборной встречи было выбрано не случайно. По русской традиции в баню ходят не только мыться, но и общаться. Вы посмотрите, это истинно народный политик. И я, как будущий мэр Москвы, тоже гарантирую, что с москвичами каждую неделю в общее отделение Усачевский лет будут бани, Селезневский или Сандуновский буду ходить. Это классика, это русская душа требует еженедельного общения, еженедельного парку. Поэтому я единственный кандидат, если вы заметили, который пришел пообщаться с москвичами.